деревушка находится недалеко от собора Святого Петра. Вот такое незаметное здание, очень вкусно. Это были самые вкусные мидии в белом вине в моей жизни. Прям вообще я ела и все время причмокивала. У нас ужин. Кстати, это не утюг, это лодка. Сейчас мы будем рубить вкусняшки. Такую закуску принесли. Даже не закуска, а хлебушек с маслом и какие-то печеньки с бобами. Будем пробовать. В общем-то, это фасолька с маслицем, чесночком, зеленью. Почему-то очень вкусная. Может быть, я голодная, но это не точно. А мне уже устрички принесли. Не хочешь точно? А я обожаю. Муж заказал оссобука, а я опять съем маслс.